Здравствуйте, с вами Сталкер Дед. И сегодня я, наверное, клан собирать не буду. В общем, вчера принял в клан новичка. Дал ему кое-какой лут, а то у него совсем было все неважно. И мы пошли с ним до пещеры паукана прогуляться. Точнее, он сам к нам привязался в отряд. И мы втроем пошли, даже еще не обменявшись дискордом, поэтому были мы без связи. В видео вы увидите, когда идти в пещеру и в нашем инвентаре, что с собой брать. У всех должна быть вода, еда, патроны, аптечки, костры обязательно. Побольше аптечек, патроны там продаются в пещере бандитов. Зашли в пещеру бандитов, потом пошли в логово паукана. И там я своим персом зашел и снял вары, потому что парни не могли пройти. Там был жесткий бой. Я, конечно, это все обрежу. Так мы мучились часа два, наверное. Миссия была провалена, потому что связи не было. Но это было первое боевое крещение. Членов клана просьба помогать новичкам, как и я всегда помогаю, чем могу. Шли мы вот так через Имарек и вот здесь вдоль болота. И вышли вот через базу Свобода. Зашли в пещеру, потом вот пробрались по холмам и вот здесь вот попали в аномалии. Посмотрите, как подкинуло новичка на аномалии. И еще в своем первом видео я сразу говорил о варах. Мы мирный клан и занимаемся в первую очередь развитием. Ссылка сверху. Весь плейлист просмотреть про клан. Тот, кто хочет вступить. Вот такая просьба. И новичкам обязательно. Путешествие у нас было увлекательное. И я вытаскивал своих как мог. Поэтому я вчера и снял вары. Короче, новому члену выдаем гуманитарную помощь, а то у него ничего нету. Еще постой. Сейчас другим персом. Бери. И сталкер дед со своим кланом двигается в пещеру к паукану. Ну не знаю, там молодой пойдет за нами. Пускай гонится как хочет. Молодой не вывезет этого похода. Ага. Че там кругом? Кабанов лутает, что ли? Че там за место такое? Артефакт нашел. Ну, красавчик. Подушка. Надо его пригласить. Все, пускай будет с нами в одном отряде. Я все что-то думаю, что этот чувак ребенок, а он просто новичок. Короче, вот так и идем. Все, ништяк.
Пускай за мной бегут. Нормальное дело, считаю, создать отряд и двинуться в пещеру паукана. Молодой себе кабанов наберет. Я веревку скину, пацаны костей нарежут. Патронов уйдет меньше в несколько раз. Я заряжен, чтобы там перевернуть всю эту пещеру. Пацаны отстали маленько. Ага. Бинокля я не взял. В оптику смотрю. Подзачахли слегка. Но это ничего. Довольно резво бегут. Это что за деревня вообще? Санаторий Свобода. Вот она их. Где вотчина свободовцев. Свобода. Роган вышел. Чего он вышел-то опять? Это хреново так, блядь. Вдвоем с молодым. Это пизда, нахуй. Ебать, не он идет вроде. Кто там это идет? Идет. Все нормально. Че он там? Все ништяк. Че там? Ты посмотри, че. Ну вот мы и в пещере со своей бандой. Надо связь налаживать, что это тут заняться. Или искать зама по связи. Плохо без Атропаса. У нас тут все есть. Еще тут кабанов только выложить. Ромашки, кабанчиков, вот такое взять, вот такое. Так, я думаю, что хватит. С голоду там не помрем, с антирадами что, мало. Один, чем один. Вот так вот. Бинтов с собой возьмем. Не хватает дров. Все, пошли. Это я на крысе шпарю, а не без крысы. Вот, что-то игрушка подлагивает. И такой туман какой-то. Ну, это даже
В этом есть какая-то прелесть. Все. Так и бежим. Короче, ёжики в тумане, на. Снайперская погода. Шедевр примерно выглядит по своему возрасту. Валим, короче, кабанчиков. Молодой сейчас офигеет, что мы его в аномалии завели. Он тут не бывал никогда, но... Ну вот так, пойдемте, господи, что там делов-то? Здрасте. Ага, это кто у нас? А, мы знаешь, что двигаемся куда? А вот где на паука, на куда выходили, в пещере толпой. Ага, мы, короче, это, втроем тут. Без связи, правда, все. Что-то. Так. Теперь куда там идти-то? Вон туда. Артефактов нет, странная система, прям вообще. Прям просто какой-то болт. Что-то пацаны отстали. Наверное, артефакты нашли. Да, была бы связь. Не, догоняют. Догоняют потихонечку. Ах ты, ставим аптечки. Если бы я так мог и сдохнуть. Ну-ка, жрём эти паучьи лапы. Посмотрим, как они действуют. Буду я от них мощнее или нет. Угу. Пацан кидает всё ништяк, значит. Просто вооружения нету. Поможем ему подняться. Может, нормальный член команды из него вырастет. 2 недели, и он будет такой, как я. Это я вам обещаю. Ну, если играть будет часа по 3, по 2 в день. По неделе 2. Ну, 3. Пока мы дошли, целое приключение, блядь. Молодой, наверное, офигел. Такого. Блядь, не прошел. Прошел, молодец. Ну вот мы и дошли почти до точки сохранения. Почти. Они там дошли, не дошли.
А я сохраниться должен. Все. Точка сохранена. Он, наверное, пока дошел, уже офигел. А эти не сохранились, нихуя. Быстрее. Надо. У меня с собой 3000 патронов. Так, магазинов. Ну, 24 все вместе. Две фляги воды. А вот паука я проебал, потому что меня убили. Козлы, блядь, ебаные в этой пещере, блядь. И что мне вообще упало? Когда меня убили-то. Спички, свинец, ромашки. Ну, ничего страшного. И тем не менее, я до сюда дошел. Ждем пацанов. Сталкер, дед вас подождет здесь. Сядет где-нибудь в кустиках. Не хочу я с этими гадами в пещере сидеть в одной. Ну, идем. Дождался я пацанов, они пришли быстро-быстро. Все. Кто это, сука, сделал, блядь, а? Убил я его, блядь. Вот так вот, блядь, ПКшник долбаный, блядь. Вот так вот. Аж на нервных я. Давай, давай, постреляй тут. Кого это? За пацанов бы убил, блядь, за своих. Где они есть? Полуживые пока здесь. Аж спину он заломил у меня. Блять, так они не дойдут. Чувствую, до пещеры, блять, надо дойти и все, блять. Хули тут падать-то, блять. Пиздец, блять. Но это, пацаны, как минимум приключения. Мосинка не очень. Мне бы кто Мосинку подогнал бы так вот. И провел бы меня. Такими путями, где я не был. Он в пещере у бандитов-то, интересно, был этот пацан? Может, дождусь кого?
Короче, схаваю это крыло Берлиоки. Его никто покупать особо не хочет. И спробую, как оно вообще работает, не работает, чё я его таскаю с собой. И еще я себе вкалю вот такой штуки, чтобы здоровье у меня мощнее было. Включаем фонарь. С фонарем-то мне будет хреновее. Все, тут валяются мертвые ПКшники. Бля, а что это такое? Куда ты забрел? Я вообще не в жилу зашел-то, ёб твою мать. Это то, это вон мы. Все туда идем. Нифига я парюсь тут. Слишком сильно смелый, блядь. Это кто меня убил-то, блядь? Я не понял, блядь. Ну вот. Лечусь в пещере. Да заряжаю магазины. Весу есть у меня еще 7 килограмм. Патроны расстреляю много. Так, что у меня вообще с гранатами? Все режьте. Че, гранаты выложат, что ли? Бля, буду, ну как так-то, олень? Ну точно, нету у меня ничего такого. Потерять я их не мог, они бы здесь были. И бинокль не взял. Ну, олень. Жрем этих пауков все-таки. Пацанов там валят. Готов он довольно быстро. Что там, пацаны-то живы?
Сейчас проверим. Плутают вовсю. Ну и мы полутаем. Вот он. С бандой да лучше. Вот он. Готов. Это мой. А идти нам надо туда. Ничего не было. Ну все. Заходим потихонечку. И режем втроем, там мы их всех нарежем, я думаю. Куда они денутся. Вот так бандой-то. Ни одному ходить. Да, подходим поближе. Нарезаем все это бледво. Еще рано нарезать. Сука. Ну вот, нормально новичок работает. Чё? Не какой-то же уёбок, 22 года взрослый, в армии уже служил. Такие воюют во всё, я тут их детьми считаю. Это я, блядь, пенсионер. О! Строили мы тут им пиздоворот, блядь, этим блякам. И бругорам. Или брутором, точнее. Со страшной силой режем лут. Че тут всех изрезали? Всех изрезали. Тут не нарежешься в одну каску-то. Так. Че, идем дальше? Там какие-то пауки что-то. И брутеры идут опять. Я без каски. Если группа погибнет, то я их спасу. Но тут надо не задерживаться, потому что эти все уже там заславнились. Ну, в принципе, я заряжен. Водички надо попить. Вот единственное.
паука убейте, пацаны. Не стреляйте пока. Вот так вот. Все тут мы можем. Что-то боеприпасы заканчиваются, что ли, уже ничего себе. Вот где фармят, где берут языки бляков. Пробираются в пещеру через брутеров и валят их тут отрядом. Я думаю, пацаны не пожалели, что со мной пошли. Гранаты я, конечно, забыл взять. Вот это было бы зрелище. Надо быстрее покупать пояс, и тогда гранаты, и чеком. И тогда гранаты не буду я забывать. И вообще менять экипировку всю. Это легкий снайпер будет называться вариант. Зачем мне вырубить только Дискорд? Новичок только к нам в клан пришел, вот мы просто его на экскурсию ведем в такие места, где он не был. Расстреливаем тысячи патронов, нам все без разницы. Ближнем. А то, может, человек стесняется. Ну, воду я ему давал, должна быть, хотя его убили несколько раз. Все ништяк, все есть, шеф, ну, молодец. Смышленый какой, из мультфильма вырезку я найду. Про домовых. Так, ну все. А нет, ничего, не все. Бляки получили пизды. Пацаны-то воюют нормально. Хоть и с Мосином не сильно, а Мосин нравится. Задание 3 вертолета выполнит. Я вижу, что он сможет. Ссылочка будет сверху. И будет у него все получаться. Сука. Ух ты, блядь. Это пиздец. Всех завалили. Все хули. И вот, короче, пробираемся все-таки. А тут опять эти пидоры. Опять его ёбнули. Сука. Да блять. Даже вот так вот сделаем. Да ну нахуй. Да ну нахуй, а чё у вас костра до него одного нет, блядь? Да всё потому, что костра нету, блядь. Нахуй. Потому что нету костра.